Номер лота 7909, мотоцикл Honda NC750. Мод свободный, аукционный лист, оценки 4, 5, отличное состояние, довольно-таки жирная комплектация, укомплектован 3 багажными кофрами, камышовками, довольно высокое ветровое стекло. Сейчас зафиксируем его, покажем вам внешне и будем его паковать. Так, поворотнички, все целенькое, все замечательно, фара передняя целая стоит. Диодная лампа, ветровое стекло полностью целое, видно, что по краю что-то было наклеено, но уже оторвалось все. В принципе, незначительные какие-то есть моментики. Камушовочки, также все целое, переднее крыло без потертостей, вилочка, буквально небольшое запотевание есть, ничего критичного. Радиатор, соты все целые, ровненькие. Передняя покрышка на твердую 4, тормозной диск практически без следов износа, колодок 60% в остатке. Мотоцикл ABS, также имеются боковые дуги с минимальными потертостями, пластик весь целый, ровненький, без потертостей, нигде не ломанный. По двигателю, на крышках двигателя также нет никаких потертостей, подножки все целенькое. Стандартная выхлопная система, есть небольшая потертость и вот здесь небольшая вмятинка. Багажные кофры все целенькие, все ровненькие, сидушки в оригинальном исполнении, без недочетов, не порепанные нигде. Также задний багажный кофр весь целый, второй, задние поворотники, хвост, стоп-сигнал, все цело. Задняя покрышка в комплект передней, также в хорошем состоянии. Колодочки практически новые. Диск тоже без износа, без реборда. Также гребенка ABS имеется. Цепь звезда. Все обслуживалось, смазывалось, видно. Все хорошо. Звезда в отличном состоянии. Зуб не сточенный. Натяжка чуть менее, чем на середине. Пластик с этой стороны весь целенький, также ровный. Имеется тоже защитная дуга, буквально небольшая потертость есть. На крышке двигателя тоже минимальные потертости. Так, пробег на данном мотоцикле 58571, но несмотря на такой пробег, работает. Абсолютно без каких-либо посторонних шумов, все замечательно. Пишите, звоните, но мы готовим его к отправке.